Приехали на дачу. Давай скорее поливать. Ну, покажу вам парники. Уже политы. Это уже подкормка. Это уже идет подкормка даже. Вроде пережили. Может и жарко им тут было. Но две форточки оставляли. Ну, это ж теперь наш геморрой. Как оставлять окна, двери, форточки. Ну, вроде бы ничего. Сразу уже и клубнику полила, чтобы уже будут дожди, не будут, это уже цветет, надо, чтобы назревали ягоды. Это уже перцы. Перцы, конечно, здесь оставляли одну форточку, и этого, похоже, было мало, потому что побелели листья. Наверное, сжарились. Не выжила пока что одна. Один баклажан придется докупить. Но куплю пяток. Что-нибудь досадим там, где совсем дохлые. И сдох, походу, один огурец. Но ничего страшного, будет свободнее тогда им тут жить. Ну, в общем, это, конечно, сторона печаль. Печаль, но будем подкармливать. Авось отойдет. А так, я довольна.